She wants three kings like all Jupiter Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feel my love song. Let me see forevermore. Спасибо. Существуют традиционные песни у разных певцов, которые исполняют репертуар, который поет весь мир. Абсолютно. Тем не менее, автор есть замечательный Пол Анка, который сочинил и песню «My Way», «Мой путь» для Фрэнка Синатры. Вот, но есть еще у него одна замечательная песня, которую я не так давно услышал, даже в силу, может быть, своего возраста, но песня просто потрясающая, даже когда вот к нам в Москве приходят на концерты, если мы эту песню не включаем в репертуар, обижаются, говорят, почему, ну вот так, в следующий раз, и вот теперь это неизменный участник нашей программы, песня Пола Анки «Ты моя судьба». Happiness that
Спасибо. Спасибо вам большое. Для меня стало также большим откровением. Ну, когда-то я ее пел, очень давно еще. Вот, но это даже такая небольшая личная просьба нашего директора и продюсера Александры Рорбах. Ну, потому что вчера вот буквально вопрос решался, петь эту песню, не петь, но песня, правда, очень красивая. И вот, а сейчас целый концерт, что-то менять, но тем не менее, вот буквально за полчаса до концерта мы решили все-таки, что эта песня будет. Я думаю, что вы на меня не обидитесь, если я иногда буду подглядывать.
passioni fiammate, ardevo anche per te. Mani vicini, ricordi di noi il cuore, tempio del nostro tempo, tempo va, e sento che mi dà felicità. Di nuovo insieme e prima di sparire siamo noi a lasciare un segno dentro e fuori. Sentirà con sincerità, scopriamo un nuovo mondo, sì, guardando il mare noi, immaginando poi di amarsi un vento fondo, continuare discorsi mai finiti sotto. Segreto che nessuno ha letto, sento soltanto dolce rimpianto, lacrime per un segreto che vivrà. Potremo insieme magnifici ricordi, un'ora il cuore, tempio del nostro tempo, tempo va, e sento che mi dà felicità, vedermi ancora, sento soltanto dolce rimpianto. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. И такое бывает. Кстати, про песню, которая только что прозвучала, хотелось бы пару слов сказать. Это песня замечательного композитора. Мы работаем с ней в Москве также. Ее зовут Ирен Рашри. Много замечательных песен она написала и... которым уже и звучат на радио, на телевидении в том числе, и уже это давно все происходит. А эта песня, она удивительна тем, что написана она была, музыка ее, а текст написал один музыкант, певец, гитарист из Италии, Даниэль Ламберто. Поэтому именно родилась идея сделать ее итальянской. Кстати, я эту песню как раз исполнял вот на дне города, на набережной, и вновь вам ее сегодня привез. И хотелось бы, раз уж я заговорил о данном авторе, исполнить еще одну песню. Ее ранее пели артисты, в том числе ее исполнял и Игорь Наджиев, с которым мы сотрудничаем и дружим. Как-то мы именно познакомились с Ирен Рашри именно на этой песне. Изначально песня называется «Будет другая жизнь».
наша последняя бесконечная ночь. Встречу с тобой.